О, деда возьму. Какой вопрос? Как ты первый раз узнал про Доту? Блин, да случайно, братан. Я играл, как и все играли, в Warcraft 3 Frozen Throne. Ну, такое, я обычно в Харькове, я на все лето ехал туда, меня родители отправляли, и я там в компьютерные клубы ходил. Просто пошел в очередной раз в компьютерный клуб, и пацаны говорят, тут, ебать, карта новая вышла в Варкрафте, давай поиграем. Пошел играть, понравилось, затянуло. Нарезки хайлайтов — это, конечно, здорово, но давай будем честны, вот лично ты достоин большего, играя в любимую доту. Очевидно, что играть на таком персонаже намного приятнее, чем на таком. И в достижении идеального внешнего вида для твоей сигнатурки я советую Epic Loot. Только тут можно закинуть пару сотен и залутать, например, аркану с кейса за 50 рублей. Только тут есть выбор из трех в каждом кейсе. Это фактически абуз, который почему-то не фиксят. Ну и, конечно же, только тут топовые апгрейды с нереальным процентом окупа. Ну а с промокодом, который ты видишь на экране, залутать аркану еще проще. Так что его и ссылочку на сайт я оставлю специально для тебя в описании к этому ролику. Действуй! Бля, почему я не могу установить крипа? Меня не засчитывает урон, блядь. Ебать, у него реально урона больше, чем написано. У меня столько урона не хватает, блядь, у меня он не донает, ебать. У него урона написано одно, а дамажит намного больше. Что за хуйня? Питер ебаный. Давай, давай, под крипами пёсенька. Так как же его ебу на этой линии? Нахуй отсюда пошёл, долбоёб. Ха-ха! Разъёбан сын, блядь. Нахуй отсюда, сынок, блядь, переигран на скилле, вафлёр. И всё, разора выеблена, лидер. Нахуй на скилле, блядь, мальчик. Помощничек пришёл, экспы спиздил. Даже тут, блядь, объебали. Опять ты за своё. Не понял ещё, что убить не может. Ещё скосы разочек. Байбэк. Можно? ГГВП. Я силкуй ГГВП, против тебя Олежа стоит. Я, сука, киберспортсмен, нахуй. Кокверк, иди на мид. Ты разор охуярить был. Пать не накидала, а то охуенит. Сочайник, давай. А, нету. Кашу. Придется разор. Ожмется хуй? Не жмет. Ну и перебыковали. Не дали ничего нажать, законтролили. Станы, агр. Ни стики, ни худ, не дали нажать крысы. Ах, с дагером, да, кажется? Да, так с дагером сказался. Не, ну с радиком будет жестче. Бля, почему он кидает, блядь, горелку в него, а она летит в меня, нахуй? Ну, я пошел. Ай-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Что-то их дохуя тут. Муть. Разор сзади. Как я разор забайкал, а? Ебать. Ребят, вы очень далеко деретесь. Там как бы территория такая. Опасная. Я говорю, я эту игру проебу. Я таких игр на Некрофосе проебал. Я вот вам в начале говорил, что подвох он приходит от команды. Все, что я буду делать, это танковать и давать косу раз в 120 секунд. Все. Не, айфон увидели, быдло, блядь. То есть тебе хукшот надо в снайпера делать. Тебе забей на всех, мы там сами разберемся. Тебе надо снайпера вылавливать, чтобы он не наваливал нас, а то он будет стоять, тупо автоатачить. Ну, аганим шард возьму, наверное. Не знаю, вот старый аганим шард мне больше нравился, который первый был. Сейчас он тоже, типа, неплохой, но все-таки лучше был тот. Хотя вот этот аганим шард хорош против физ дпсеров. То есть вот, например, разор без БКБ ко мне присосался, начал меня пиздить, я ему даю хуйню, он в астрале, он меня бить не может. То есть против физ дпсеров это аганим шард реально приятный. Удивление магии, конечно же, доберут. Вечер здоровый. Есть такое. Даже ставить ничего не хочет. Спасибо огромное за донат. Сегодня реально Димас, подгонщик такой музыкальный, устроил. Чайник рано, наверное, потому что его еще раз как-то убить надо. Я плотов не нажался. Сейчас все равно, блядь.
Не, ну такое, этот фраг на ВК, типа, ну, не знаю, толку от него. Ну, толку никакого, нас там снизу ебут. Ну, убил ВК, да, ну, получил 600 золота, а толку. Счет у тебя, треки какие-то спокойно играют. Блять, дайте поиграть. Блять, у меня фраги забирают. Это провал. Вот это основной провал, то, что у меня фраги забирают. Нахуй, перестрелка, блять. Нормально. А это неспокойный трек, что ли? По-моему, норм. Или это сейчас будет какой-то трэш тут? Блять. Ой, блять, аноним. Ну нормально ж общались. У меня сейчас варианта два. То есть я либо Шиву делаю, либо Тараску. Пока я это говорил, я понял, что Тараска важнее. Тараска даст мне хил, реген. Соответственно, в гостей я буду еще больше нарегениваться. И самое важное, меня не ваншотнут. Потому что единственное, что печально в этой ситуации, то что меня могут ваншотнуть. Хотя у меня Титан Сильвер появился, но все равно его может не хватить. Разор на топе, у Разора БКБ, кстати. У ребят. Спасибо всем за донат. Мы друг у друга отсосем. Мы сосали друг у друга только что. Бля, кого-то не хватает в драке. Плохой чайник. Что происходит, блядь? Бля, ебать, X4 выдал, долбоёб. Просто X4, нахуй. Бля, ну мы проебали драку так-то. Бля, быдло, за айфоном повелись тупо на айфон. 23 заряда, охуеть. Спасибо. Артём тут убил, а? А где Сларк? Бля, а где, почему Сларк не дерется? Ну ладно. Тут ГГ на самом деле. Мы это не выиграем. Лич, лич соли. В отличие от Сларка Бездаря, который всю его рука. Бля, Сларк просто юзлес максимально. Вот, блядь, кто-кто, а Сларк это полный юзлес. Бля, что это за сборка, долбоёбская? Что это вообще? 7 плюс 15, никого не убьёт. Типа я второй замес подряд косу Вакса даю. Просто я понимаю, что если я не дам косу Вакса, то мне я её ни в кого не дам. Потому что у нас урона 0. Сларк не вносит урона ни в кого. Никого не дамажит. Соответственно, если я не давал бы Сларка косу, все остальные фулл хп бегают. И что с ним делать? Ничего. Наверное, анимчик заебашит. Просто я так подумал, Шива мне вообще ничем не поможет. Меня сейчас... Меня стерли за секунду просто. То есть я с гаста вышел, меня за секунду уебали. Блин, типичная игра на высокосе, конечно. Сука. Но с этим ничего не поделаешь. Микрофон хороший герой, но он просто очень зависимый от керри. Если у тебя никто не дамажит, то ты проебываешь. Потому что Некрофос урона не наносит. Хоть у меня и радианс есть, но все равно я не особо вижу, что в драке я урон наносил. То есть я вроде бы живу долго, но там разоры в БКБ, там, блядь, у всех пайпы, хилы, хуилы. Подгоните трек, чтоб посрать под него. СПС. Спасибо за донат, не нужно. Спасибо, не нужно таких треков. Так, у меня защита от магии хорошая, там 57%. Это против огра. Просто видите, я даже Титан Сильвер не хочу выкидывать. Там огр это пиздец, он мне постоянно 4x ебашит. К
Кстати, Огр с Октарином вообще странно, почему не Аганим? Сларк Айт, он ШБ купил, пацаны, четвертым слотом. То есть, типа... Знаете, обычно ШБ сразу покупают, чтобы с этим ШБ бегать и гангать. Ну, там, убивать, соло-фраги делать, все дела. Чувак купил ШБ, вот он. Четвертый слот у него. Это Shadow Blade. То есть, почему? Я не знаю. Чатик явно оценил трек под завершение стрима. Ага. Подписку на инстугачи, братья помалы, Иза. Спасибо огромное за донат. Тут еще непонятна концовка стрима, потому что... Ну, я думаю, мы дефать долго будем, прежде чем нас снесут. Хотя, опять же, у них Аегис, кто Аегу взял? Аегу взял ВК, это хорошая новость, потому что ВК с Аегой, это хорошо. То есть его, если чё, его три раза убиваешь, и все. Опять косу заливаться, потому что больше не в кого. Сука. Сларка 0 дэмэджа. Бля, я не знаю, почему Разор у меня постоянно высасывает, кстати. Может объяснить? Он постоянно у меня, бля, но если не баш, я выиграл. Разор постоянно у меня урон высасывает, а не у Сларка там и так далее. Куджа, кстати, в драке так и не было вообще. Пришел. Что он будет тянуть? Не, не тянет. 3 в 2 размер, неплохо. Учитывая, что без Куджа файтились. Разора забрали. Не, нормально, еще поезжаю. Мы долго будем депаться. Просто если Пудж был, мы бы разменялись еще лучше. Бывает, еще атос, продлевай, ебать. Эта штука, она что делает вообще у Ча? Она еще и замедляет, наверное, да? Сосулька. Замедляет всех врагов. А-а-а. Красиво. Вот в чем проблема Аегиса на ВК. Смотрите все внимательно. Берешь Аегис, и вот так вот тебя три раза фармят всей компанией, набивают стаки на тебе и так далее. Вот, три раза убили. То есть, если бы Аегис взял не ВК, а Разор, то они бы драку не проебали. Разор бы тут воскрес и всех бы уебал. То есть, он дальше в БКБ идет. Я не знаю, зачем ему БКБ. Я не вижу пока, чтобы его с магией убивали. Вот я смотрел драку после того, как я умер. Сларк здесь умирал с пиздюли Разора, который высосал 200 урона. И ВК его бил. То есть, он умирал именно с ударов, а не со скиллов. То есть, типа, зачем он делает БКБ? Я бы на его месте вообще в этой игре Скади купил. Типа, ВК не так сильно будет хилиться, плюс замедление неприятное. Почему он делает то, что он делает? Зачем ему БКБ, я не понимаю. Но это нормально все равно. Сларк должен догонять. Байбек от ВК. Кстати, очень... Непонятный пока что байбэк. Типа, пока они что-то все умирают. Бля, ну они фейлят. У Сларка 250 тысяч миллионов стаков, блять. Они идут, все, ГГ, мы выиграли, лол. Просто типы идут на Сларка, у которого 500 стаков. Я иду. Сларк, вернешься, я потанкую для тебя. Бля, меня бесит то, что у меня урона нет. Ебучий некрофот. Ты заебал меня. Стоять. Грызок. Ебучий некрофот. О, там, кстати, этот Разор на всю жизнь уехал в таверну. Герой без дэмэджа просто вообще. Типа, блядь, вроде бы и пассивка 25 левела. Вроде бы все есть, нахуй. Вроде бы и радик есть. Зато видели, как только лотус нажал, тип сразу мультикаст перестал давать. Он должен был с мультикаста умереть, но мультикаст не выпал. Малец, ебать, иди к дяде. Захуярил, там ты кто? Подожди, гномик? Откуда гномик сзади? Я ножками перебираю. Тих, блядь, сюда нахуй. Долбоеб, ебать.
Откуда там... Ебать, они просто проебали игру за секунду. Короче, я считаю, что Лич здесь молодец. Просто Лич, я вот смотрю на его мувы, его постоянные ульты. Плюс он понасобирал реально, блядь, самых мерзких артефактов, которые могут быть на этом герое. Сыграть в доту. Просто Айон Диск, блядь, Глиммер. Еще форстафа не хватает, знаете, и это будет официально самый мерзкий персонаж. Дайте посрать под матового пэйс. Блядь, сри под что-нибудь другое. Отвезись от моего стрима, блядь. Не надо мне ничего ставить, сам ты вульва дырявая. Смотрите, что творит на Личе. Он еще взял чайник бесконечный. Это просто пиздец. Не, ну я вытанковал нормально. Но на самом деле, Сларк вообще ничего не сделал. Враги сами проебали игру. То, что они побежали на Сларка, у которого было 50 стаков. Даже такой Сларк, у которого 50 стаков пассивки сверху бонуса постоянно. Спасибо за игру, хорош. Сверху бонуса постоянного, если у тебя 50 зарядов пассивки, то ты всех убиваешь. То есть враги сейчас что сделали? Они просто начали байбекаться. И опять же, из-за чего у Сларка было 50 стаков пассивки? Из-за того, что ВК взял Аегис. ВК набил эти 50 стаков, когда он 3 раза ВК убил. ВК остается 1 в 4, 1 в 3. Сларк просто его стоит и стаки набивает. Раз убил, 2 убил, 3 убил. 50 стаков, пошел пушить. Пацаны решили побайбекаться все и напасть на Сларка. В итоге что получилось? Сларк просто всех убил. Ну, он умер, понятное дело, я пришел, он разменялся, но они потратили все байбеки и попередохли все из-за того, что Сларк всех вырезал с таким количеством стаков.